Бритва Вастенхольм. Покажу тесты на волос. Бритва уже заточена. Тут, по-моему, два слоя изоленты. Перетачивать ее не надо. Она уже готова. Комфортнее ее уже не сделать. Тем более без опыта. Брейтесь, нарабатывайте технику. Так, но она будет однозначно помягче американцев и немцев. Видно? Такая звонкая. Ну, она хоть и будет помягче, все равно обычные клины, конечно, ей фору дадут. Классика. На будущее, конечно, советую взять, попробовать именно клин. Чистый клин, почти клин. Это такие бритвы, которые, ну, это классика. Самое мягкое бритье у них именно. Бритвы с вогнутостью, они более агрессивные. Даже из мягкой стали сделаны. Как вот этот Вастенхольм. И вот аналогичные англичане там были. Так, обычный тест показал. Сейчас тест на волос покажу. На рассекание волоса. Ну, этот я уже рассекал. Давай попробуем еще раз его рассечь. Так. Видно? Но он очень тонкий, наверное, перерубит его. Надо другой, наверное, взять. Сейчас попробуем с другой стороны. Потолще надо. Ну да, перерубил. Остро заточено. Так. Где-то были еще запасные. Вот этот можно. Вот. Видно? Рассек, перерубил. Давай еще на одном покажу. Все коротенькие пооставались. Двойной. Давай мы его вот так. Видно? Сейчас. Ничего не видно, да, наверное. Ну, подожди, давай я возьму из этих. Короткий, короткий. О, давай этот. Более длинный. Сейчас я его отделю. Тю, потерял. А, вот. Со старого. Перерубил тут же. Видно хоть что-то? Я сам ничего не вижу. Белый волос на белом фоне. Нет. Перерубил. Ну, с заточкой тут все отлично. Можно не сомневаться. Просто волосы настолько тонкие и белые, что я не могу за них зацепиться. Но рубит напополам и все. Очень тоненькие. Более толстые закончились, тестовые. А. Ну ладно. Давай попробую на более толстом еще показать. Если подлиннее найду. Во. Вот на таком. Сразу зацепился, она полезла стружка. Вот так. Ну все, выключай. Сегодня будем отправлять.